Хей, бро, а ты еще не слышал о моем телеграм-канале? Хорошо, сейчас я объясню. У меня есть свой телеграм-канал, в котором я провожу конкурсы. Если хочешь поучаствовать, то можешь заходить. Ссылочка будет в описании. Желаю всем удачи, кто туда перейдет. На 50 подписчиков я разыграю кое-что. Ждите. Мы заходим на сайт StarPets. Я всю эту процедуру скрыл. Так как не хочу, чтобы потом данные от моего аккаунта в StarPets украли. Я все скрыл, оно будет долгим. Можете сразу пролистывать эти моменты, так как я буду в StarPets заходить неоднократно. Оно будет долгим. Можете сразу пролистывать эти моменты, так как я буду в StarPets заходить неоднократно. Я, конечно, ускорила этот момент, так что будет 1 минута. Ну и вот, наш бот зашел наконец-то в игру, и мы присоединяемся к нему, чтобы получить нашего пэта. Сейчас увидим, какого пэта я взял на StarPets'е. Надеюсь, он вам понравится. Вот этот человек, кидаем его трейд, вернее это бот от StarPets. Он нам дает нашего пэта, которого мы купили. Нам дают сову. Снежную сову. Мы, конечно, принимаем, бот нам тоже принимает. Ждем, пока согласится сам бот от StarPets. Мы, конечно, соглашаемся. И нам отдают нашу снежную сову. Спасибо большое за StarPets за то, что это не обман. Теперь у нас есть легендарка. Это хорошо. Мы ее можем теперь обменять на что-то хорошее. Ну ладно тогда. Поехали в следующее видео. Мы перешли на другой сервер и теперь будем трейдиться. Я пишу, конечно же, трейд сова, и мне кидают трейд. Но оказывается, человек был в трейде. Вот, я написал, и у меня кидают трейд. Хорошо. Нам предлагают флай снежного питомца. Я бы, конечно, согласился, потому что это флай. Но у нас цель флайрайд, и так как у нас плохие добавки для флайрайда, я отклоню этому трейду, но я бы согласился. Нам кидают еще одни люди трейд. Нам ставят крылатого коня. Он стоил 600 робоксов. Я не знаю, может я и приму, может нет, но я попросил его добавить. Он мне, конечно, не добавляет. Я не знаю, может это выгодно, а может и нет, но я не хочу принимать этот трейд. Мне он не понравился. Поэтому я его отклоняю.
так как нам нужны еще одни предложения. Мы пишем трейд «Снежная сова без зелья». И ждем, пока нам кинут трейд. Нам кинули трейд, и нам соглашается Неон Муравья с Блэкхаундом на пост Тин Эвил Базилика. Ну, мне нужен злой базилик, это ультраредкий, как по мне это выгода. Я соглашаюсь, и этот чел тоже соглашается. Спасибо большое. Надеюсь, за него много чего дадут. Ну, теперь я пишу трейд «Большой подарок». Мне кидают трейд. И ставят райд лунного медведя. Я соглашаюсь, но все же человек мне отклоняет, что очень обидно. Ну ладно тогда, идем тогда и к другому трейду. Пишем трейд «Большой подарок» и надеемся на хороший трейд. Я не знаю. Нет, нам не соглашаются. Обидно. Ну ладно тогда, переходим к следующему трейду. Вот у нас следующий трейд, как по мне, это самый выгодный трейд, который из нас был, поэтому мы соглашаемся. У меня спрашивают, какого пэта я хочу, а я пишу, что я хочу все, что тут есть. Я думаю, что ему совы будет мало, поэтому я добавляю по его просьбе большой подарок. Он убирает одно яйцо, оно мне не сильно нужно было. Все остальные яйца мне нужны были. Ну и этот чел вместе со мной, наверное, согласится сейчас. Он мне написал... Давай я уберу океанское яйцо. А я ему написала, нет, не надо. Потом человек мне написал. Хорошо, тогда я уберу одно мифическое яйцо. Я хотел написать окей, но потом он спросил, если ты добавишь, то нет. Я добавил злого Василиска. И, конечно же, надеюсь, что мне примут, так как я соглашаюсь на этот трейд. Надеюсь, мне человек тоже согласится. Ура, человек не согласился. Этот трейд очень выгодный. Очень выгодный. Я не могу даже передать, насколько это выгода. Так как вот это все, оно выгодно, я не могу даже передать. Хорошо, надеемся, что человек согласится. И да, спасибо человеку за то, что он согласился, мне это очень понравилось, так как это предложение мне очень сильно понравилось, самое лучшее предложение, наверное, которое было из всех начинающих моих трейдов. Хорошо, тогда идем мы к следующему трейду. Ну вот у нас трейд, я меняю Китсуны на райд Пэта с легендаркой, но мне показалось этого мало, и ладно, человек отклонил сам. Нам кидают трейд. Я знаю, что это мало, но человек нам, наверное, отклонит. Вы можете наблюдать за этим цирком. Так, я пытаюсь угодить этому человеку, но потом поставил неон флай и кошку. Я поставил свою китсуну, но все же я не уверен, что этот человек согласится, так как я бы на его месте не согласился. Думаю, что он будет меня скамить так, что уберет кошку. Да, он меня хотел заскамить, убрав кошку. Я убираю китсуна, наглядно показывая ему, что так делать нельзя. Он соглашается, ну и опять отклоняет. Ну, я ему дал тот же пример, что и мне. Поэтому переходим к следующему трейду. Мне за океанское яйцо предлагают райд панду. Я добавляю еще быка. И мне, надеюсь, согласятся. Да, она соглашается. Тогда ждем от нее ответа. Согласится ли она на второй трейд? Надеюсь, да.
И она нам отклонила. Ну ладно. Она нам опять кинула трейд. Я ей поставил еще маленькие добавки. Ну, после того трейда мне как-то не сильно захотелось брать эту райт-панду. И она попросила мне добавить еще яйца. Но я ей написал нет. Ну, и, наверное, она отклонит сейчас. И мы переходим тогда, мы сейчас переходим к следующему трейду. Зато круто, что нам дали мифическое яйцо. Хорошо. Теперь, как и говорил, переносимся к следующему трейду. Нам соглашаются на океанское яйцо дать лунного медведя. Я очень его хотел, поэтому соглашаюсь. И нам согласились, наконец-то. Вот, чел даже прыгает, радуется, что мы поменялись. Я тоже рад. Кидаю ему трейд, просто чтобы посмотреть, что он мне даст за мифическое яйцо. Человек предложил мне водяного медведя, но я не согласился, так как мне он не нужен. Может, этот человек даже мне отклонит. Да, он отклонил. Хорошо тогда. На этом трейде нам ничего такого плохого дать не могут, но и хорошего дать тоже не могут, поэтому переходим в следующий. Вот мы перешли в следующий трейд. Вот, я кидаю Батустер Пэтса еще один трейд, и он мне передает моего второго пэта, который я покупал на сайте. Извиняюсь, может, в видео будут ошибки. Извиняюсь за то, просто в первый раз делаю обычное видео по Adopt Me. Ну, в общем, мы с Челиком соглашаемся. Надеюсь, мне бот со Старпэтса примет этот трейд, так как это очень выгодно, как по мне. Да шучу я ж купил этого пэта, мне он нужен. Поэтому Челик нам соглашается, и теперь я со Старпэтса вывел еще одного пэта. Всегда хотел этого пэта получить. В общем, переходим к следующему трейду. Вот у нас мы меняем нашего быка на два водяного волка. Ой, фу, медведя. Надеюсь, нам согласятся. Да, нам согласились, это круто. Так как этот трейд, как по мне, очень выгодный. У нас теперь не один пэт, как было раз сразу, а теперь уже больше, намного больше. Ну и следующий трейд мы отдаем нашего питомца вместе с водяным мишкой. И надеюсь, нам согласятся. Я, конечно, принимаю. И нам тоже принимают, да? Но это еще не все. Так как наша цель это получить флайрайт пэта. А у нас только райт. Ну, спасибо Челику за то, что он принял, так как райт пэт это тоже неплохо. Зато у нас еще инвентаря очень много осталось. Мне очень нравится эта рубрика. Ну ладно, мы переносимся тогда к следующему трейду. И тут нам за яйцо предлагают океанское яйцо и другие добавки. Мне, честно сказать, не понравился этот трейд. Я не хотел его принимать. Но человек сам мне кидал этот трейд. Он принял. Я тоже принимаю. Нам кидает человек трейд. Я ему ставлю океанское яйцо. Ну, переносится к следующему трейду. Я ставлю мифическое яйцо с райд коалой. И надеюсь, мне дадут райд единорога. Так как это очень выгодно. И девочка не соглашается. Обидно.
Ну и на следующем трейде нам соглашаются на флайрайт дракона. Его, кстати, нет уже в яйцах. Я надеюсь, что нам примут, так как сейчас мы можем завершить наш квест. И да, нам приняли. Ну, как я и говорил, с нуля до флайрайт пэта мы добились до дракона. Ну, вот, в общем, у нас есть дракончик. Ну, а вам всем удачки, хорошего дня и всем вам пока.